Гдов. Жизнь в городке замирает около трех. Заперта церковь, столовая, магазин. Пусто на станции, ни поездов, ни дрезин. Сухо в стручках пощелкивает горох у переезда заброшенного так давно, что даже шпалы замшели, как будто пни. В крепости козы уже не пасутся, но просто лежат в дремотно-густой тени. Только в низине поблескивает река и осыпается медленный пыльный зной между нездешним ужасом борщевика и лопухов беспамятностью земной. Только кузнечик, звоном наполнив слух, к детству уводит от горечи и тревог до над садами яблочный чистый дух. Напоминает, что где-то еще есть Бог.